Всем привет, с вами Настя. И сегодня мы поиграем в Бобби Побег, в котором нам нужно будет сбежать от тетушки Оди. Вот, собственно, она похожа на повара со столовки, но какая-то она стрёмненькая такая ведьмочка, потому что у нее, я вижу, что-то в руке какая-то палка светящаяся, магическая, наверное. Лишь бы в жабу не превратила. Поехали, выберите режим игры. Давайте нормальный. Ты чё, тетушка Ози? Как она посмеялась стрёмно. Вот она спит, а я могу к ней подойти? Она мне ничего не сделает? Я могу даже на неё запрыгнуть! О, господи, у неё в глаза в разные стороны, это так странно. Я к такому не привыкла. Нам надо выйти отсюда, сколько я понимаю, что это? С чем там лопатка? И стены там выравнивать, наверное, надо для этого, да? Это какие-то чипсы лежат, что ли? Куда? Точно ведьма, я вам говорю. Почему тут везде мясо? Ну это вообще... Мама родная! Я испугалась! Кто же знал, что она за мной погонится? Ладно, допустим, давайте тогда выбегаем. Все, я побежала. Давайте, всем пока. Все, я ухожу, лишь бы она меня не догнала. У нее тут все разбито. Господи, тетушка Оди, как у тебя тут грязно? Ва, еще и соус какой-то острый, похож на табаско. Мясо, чеснок, странно. Где там далеко? Ой, она меня догоняет. Но сюда она точно не пойдет. Да, все, она такая типа... Ладно, убегай! Если хочешь, убегай. Если не хочешь, не убегай. Ну ладно, все, тетушка Оди, я побежала, давай всем пока. Какие тут странные ступеньки, слушайте, я бы побоялась по ним подниматься. Ну тут выбор, либо побояться тетушка Оди, как бы, и попасться в нее, либо тут по ступенькам, как бы, рискнуть просто и пойти. Ну я рискнула, пошла по ступенькам. Тут, конечно, интересная траектория, ага. Сохранялки тут автоматически интересны, давайте вот так вот перепрыгиваем. Все, я правильную траекторию прошла, чудесно. Серьезно? Фу, господи, по мясным шарикам, чего? Мамочки, моя родная, это тефтельки. С чем у нас суп? С фрикадельками. Это фрикадельки. Мои любимые мясные фрикадельки. Мясо тут выглядит очень страшно. Это они так поджариваются на палках. Да, конечно. Фу, они еще звуки издают. Тетушка Оди смотрит за мной хорошо. Не подглядывай. Если бы я тут какала. Что бы ты сделала, если бы я тут какала? Что бы ты? Тоже смотрела бы? Нечестно. А почему тут такие огромные мышеловки? Я же такая маленькая. Смотрите, тут 10 меня поместится, блин, в этой мышеловке. Мы убегаем сюда. А это ванна ее. О, господи, она реально какая-то странная. Это перец висит. Не, ребята, вам это что, она странная? Еще и подогревается так странно. Ванная? Чего? О, господи, что вообще? Что? Я сейчас старше. Нет, господи, что она тут делает? Что за обряды она тут проводит? Вот этого я не понимаю. Что мне делать дальше? А, серьезно, мне надо в ванную запрыгнуть? Боже упаси, мне страшно. Я могу вот так вот пройти, чтобы не попасться? Или мне надо обязательно сюда попасться? Я умерла! В чем смысл? Смысл-то в чем? Подождите, мне то есть надо забраться? А что дальше мне надо делать? Мне надо пройти типа и запрыгнуть в окошко, что ли? Давайте сейчас аккуратненько так проходим. Ёшкин кот, ты чуть не умерла. А, вон оно как. Все, я не дошла. Что тут, деревья растут в доме? Бред какой-то происходит. По какой бы траектории нам прийти? О, привет. Ура, я наконец-то кого-то догнала. Все, вот тут вот надо аккуратненько пройти по вот этим трубам мега тонким, которым, конечно, не доверяешь. Какие-то звуки. Звуки убивания. Это как поезд по рельсам едет, такой же звук. Это когда колеса так притираются к этой, к колеям. Вот такой же звук издают вот эти железячки, обалдеть. Так, нам, наверное, лучше здесь пройтись, потому что тут как бы расстояние поменьше. Чудесно, мы прошлись. Падать туда я не горю желанием, если честно. Вообще очень не горю. Это все выглядит очень страшно. Почему чувак не проходит? Давай, я же тебя жду. Я хочу вместе с тобой проходить. Я так люблю с кем-то проходить. О, тут еще один, нифига. Вы что, близнецы, что ли? Что это трава такая острая? Перепрыгнуть их очень даже, изи очень. Конечно, дом такой красивый, посмотрите, какое дерево радужное, просто прелесть. Дом Майнкрафта, я в доме в Майнкрафте! Такой вот у нас он квадратненький. Так, мы выходим сюда, насколько я понимаю, открываем. Сезам, откройся. Да, ёшки, ну откуда ты взялась, ну тетя? А я не могу ускориться. Как же мне пройти мимо нее? Она не проходит тут, подождите. Она через стол прошла! Да как это так? А, она стоит, она мне фору дает. Мама, мне страшно!
страшно! Она меня сейчас догонит! Фух, опять фору дала. О, господи, куда идти, куда идти? А, фух, слава богу, дверь закрылась, уже легче. Я думала, она за мной пойдет. Так, смотрите, с одной стороны есть дверь, с другой стороны, как бы, там надо преодолеть путь через вот эти вот преграды. Давайте попробуем сюда зайти, что тут будет. Мне страшно, возможно, я умру, возможно, я не умру. Фиг знает, я любопытная. Сюда пройти нельзя, вот тебе и все любопытство, ура! Мы бежим там, где ловушки, лишь бы не попасться в эту ловушку, а то я знаю эту тетю Оди. А нельзя выбраться отсюда, нельзя выйти? Нельзя, слушайте, меня захлопнули тут просто. Она храпит! Тетя Оди храпит! Где она храпит, мне интересно? Так, это на тростник похоже. Не, бамбуковые, бамбуковые палочки. Так, тут аккуратненько, аккуратненько проходит. О, господи, какая... Она крутится! Твою дивизию, вы ничего мне не придумали! Я вообще в шоке! Я в шоке, как я не упала с первого раза! Серьезно? Просто обалдеть! Просто обалдеть! Так, что здесь надо дальше сделать? Ага, что это такое? Урон от падения. Да понятно, что урон от падения. А что вот это вот? Сюда можно... Кого, блин? Кого, блин? Смотрите, я никак не... Что вообще я упала? Как я упала? А я могу перепрыгнуть как бы? Вот так вот, типа. Серьезно? Нельзя! Это, видимо, имелось в виду, типа, урон от падения. А я могу вот так вот просто пройти? Блин! Давайте вот так вот надо тормозить, вот так вот надо тормозить, вот так вот надо тормозить. Я могу. Если я могу управлять машиной, то я могу управлять и шариком! О, это страшно, это страшно, это страшно. Я что, хомячок вам? В шарике крутится. Мамочки, мамочки, как он разгоняется, как он разгоняется. Нет, не падай. Почему тут бесконечная дорога? Это бред какой-то, это бред какой-то. Главное, короче, тормозить. Вот, как и на машине, когда едешь со склона, главное немножечко притормаживать. Вот это, собственно, я и делаю. Я и делаю, я это и делаю. Там какие-то скелеты как будто бы валяются. Тихо! Мы не спешим. Не поспешишь, людей не смешишь. Там не надо никуда спешить. Этот путь бесконечный, да бред какой-то. Куда нам надо? Куда нам надо? Когда я уже вниз качусь? Я хочу вниз катиться. Все, 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 все. Докатились, докатились, докатились. Тут немножко вот так аккуратненько. Оп! Серьезно, дальше шаром надо крутиться. А, вон проход, вижу, 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 вижу. Там, где цветочек, там, где такое растенеца, растенец. А, нет! Я смогла это пройти! Обалдеть! Слава богу! Это просто точки такие маленькие. Я как будто нахожусь, знаете, вот в этом горшке, там, где земля, и такой маленький росточек прорастает. Мне кажется, будто я в такой же штуке нахожусь. Так, мы вот тут немножко проходим, проходим. Что это? Это я крот! Это нора крота! Вот так вот. А что там? Там какие-то останки чьи-то. Тут стрелочка показывается. Да, скелет какой-то. Такой маленький, мамочки родная. Куда нам надо? Нам надо обойти эту штуку или нам надо подняться вот так вот? Что нам надо сделать? Нам... Что? 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 Я это случайно выбрала. Так, тут, я так понимаю, нам надо выбрать путь. Давайте налево пойдем. Налево пойдешь, счастье найдешь. Вот я пошла налево. Так, интересный тут путь, конечно. Опять развилка. Опять развилка. Куда нам идти? Так, ну тут тупик, значит, мы идем направо. Вот сюда. Вот точнее, прямо, прямо, прямо. Так, мы немножко проходим вот эти вот всякие бомбочки. Я выберусь наружу. Я правильно выбрала? Или неправильно? Наверное, все пути сюда ведут, нет? Нет, не все? Серьезно? Серьезно? Что? Что? Там рыба как будто бы. А нет, это свет, я там тоже могла выбраться. Так, я выбралась, это что, лодка? Похоже на мини-лодку. И куда я выбралась-то? Только не говорите, что я туда же нырнула, типа по кругу просто проплыла. Тут свет падает у нас, а где? Ага, вижу, 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 луна светит. Интересно, конечно, впервые такое прохождение вижу. Нифига! Вау! Это радужные жабки! Это радужные жабки! Мамочки, как это красиво! А тут нет еще никакого прохода? Нет, это просто лужицы такие красивые. Блин, это очень круто! Это так мило! А нам тут надо вот этот вот городок пройти, насколько я понимаю. Ладно, это будет легко. Что вот это? Вот это грибы? Серьезно? Серьезно? Кого? Обалдеть! Прям такая, знаете, атмосферно очень получается. Так, а тут мы не сможем запрыгнуть. Нам надо, короче, вернуться обратно. Заново сюда забрать. Теперь прыгаем сюда и аккуратненько, короче, проходим весь этот деревянный городок. Господи, я подумала, там ровная палка. Что-то у меня сидит со зрением не то, мне кажется. Мы запрыгиваем вот так вот. Теперь тут надо попрыгать. Это какая-то башня ада, если честно. Ладно, это не башня ада, это легче. Это намного легче. Так, а тут какие-то растения. Как красиво, слушайте. Еще такая волшебная музыка, она расслабляющая. Мега прекрасная. Так, тут мы прыгаем. Накалы, я не смогла. А я могу? Жабки. Что?
Они меня убивают! Меня жабки убивают! Так, давайте проходим вот этот городок заново. Аккуратненько, теперь мы должны пройти. Ну, блин, там трудно перепрыгивать, как бы. Там трудно прыгать на такие маленькие столбики. Реально трудно, но нам надо это сделать. Это он последний. Или мы можем... Мы не можем перепрыгнуть. Мы не можем перепрыгнуть. Хорошо, мы поняли хотя бы то, что жабки нам наносят урон. Сколько раз я уже могу это проходить? Что за я нуб? Я всегда называю себя лучшим паркурщиком, а не могу просто на столбик запрыгнуть. Когда пришел человек и сразу же запрыгнул на этот столбик. Что за бред? Я не могу, у меня не получается. Давайте вот так вот. Оп. Во, получилось, получилось. Идем дальше, проходим. Так, это похоже было на стрелочку, но это не стрелочка. Забираемся, забираемся. Это бомбочка? Вы что шутите? Это шутка такая, обалдеть, я испугалась, не смешно. Вот это жесть была, тут какие-то грибы светящиеся. Сколько тут этих бомбочек, мамочки моя родная. Так, мы проходим с вами дальше, дальше, дальше. Это какой-то такой подвесной островок. Туда мы не можем, значит мы сюда бежим, да? Серьезно, мы просто сюда упали, мы просто упали в воду. Я думала, меня хотя бы ветром вынесет вверх куда-то. Типа, должно быть поинтереснее. А, нам сюда, нам сюда, нам сюда. А, это типа водопад, я поняла. Теперь мы выходим, я так понимаю, из этой пещеры. Какие-то светлячки красивые. Наверное, сейчас должен быть бой. Так, а куда нам надо бежать? Я взяла доску. Зачем мне доска? Надо будет строиться. Надо будет строиться, походу. Стрелочка сюда показывает. Так, ну здесь я могу. Мне как бы... вон оно что. Так, подождите. Здесь же можно перепрыгнуть. Да, да. Здесь можно перепрыгнуть. Ладно, я могу поставить как бы деревяшку здесь. Вот так. Оп. Деревяшка, деревяшка ушла. Я тоже ушла. Не получилось. Нам нужна деревяшка снова. Давайте мы берем эту деревяшечку. Уносим ее. Теперь нам надо простроиться. Аккуратненько, аккуратненько. Здесь все нормально. Здесь все нормально. Здесь мы простраиваемся. Оба-на. Все, все, все. Ровненько, ровненько. Сколько дальше? Что еще так долго? Серьезно? Так долго? Так много? Я надеюсь, что сейчас это будет последняя палка. Пожалуйста, пожалуйста. Я не хочу вот это простраиваться так долго. Там столько палок еще, что мне страшно, если честно. Так вот мы идем, 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 идем. Серьезно, больше не надо было. Тьфу! Все, пока. Если бы знала, честно, не брала бы еще одну палку. Что это такое? Тотем? Это какой-то тотем. Офигеть, даже анимация есть! Даже есть анимация! Вау! Что мы в космосе? Перчик. Я забираю перчик. Да ладно! Вау! Это просто нереально! Это очень круто! Мне нравится! Это очень круто! Как классно пробегать! То же самое, только вот ты в космосе. Тут как бы игру видоизменили. Блин, она вообще кайфовая. Она очень атмосферная. Она очень красивая. Серьезно, мне так нравится. Все, я вернулась! Я вернулась! Что? Что? Нет! Оди ведет, сейчас у нас будет драка. Сейчас мы будем драться. Сейчас я буду у нее эту территорию отжимать. Сейчас мы посмотрим, кто кого. А че лифт такой долгий? Просто обалдеть. О, вот она, вот она. Где тетя Оди? Где тетя Оди? Мне нужна тетя Оди. Где она? Я так понимаю, к ней надо пройти немножко, да? Вот она, я ее вижу. Сейчас мы ее победим. Сейчас мы ее точно победим. Привет, тетушка. Все, а ее оживает. Тотем ее отживает. Нифига себе, она большая стала. Все, надо постоянно мне так стрелять. Господи, тут перезарядка огромная. Че, да иди ты в задницу, тетушка. Мамочки. Нифига себе, она отбирает жизни. Все, не попала, не попала ж вроде бы, да? Главное по кругу вот так вот бегать и стрелять в нее. Блин, она попадает. Это вообще, вообще ужас какой-то. О, не попала, не попала, не попала, не попала, не попала. Нормально, нормально, нормально. Я почти победила, почти победила, почти победила. Давай еще чуть-чуть. Yes, yes. Я убил метеорит! Вау! Все, она пропала, метеорит в мою честь вместо салюта. Чудесно, лишь бы на меня не прилетел. Все, она пропала. А чё, куда мне дальше бежать-то? А вот стрелочка показывает нам туда, сюда. О, вот мостик есть, перебежать через речку. Спасибо большое, что тут хотя бы указатели есть. Ну игра вообще такая классная, я не могу. А что дальше будет? Что после того, как я победила эту тетю Оди? Что дальше-то будет? Я надеюсь, боев больше не будет, потому что я отжала у нее эту территорию, я ее победила. Что? Серьезно? Кто это там танцует? Это ж не я. Это не я тут танцую. Вау, вам удалось сбежать от тети Оди. Большое спасибо за игру. Вы можете зайти в группу, чтобы узнать о каждом выпуске и обо всем, что связано с играми. Спасибо большое. Игра мне очень понравилась. Реально классно было. Что это такое? Нифига себе, темный путь. Вау! Вообще круто!
Я этой игре ставлю огромный-огромный лайк. Реально, она крутая, она классная, мне очень понравилось. Ну а вы не забывайте ставить лайк под это видео, подписываться на канал. Если вы хотите больше подобных побегов, то обязательно набираем под этим видео 10 тысяч пальчиков вверх, чтобы вышел следующий побег. Ну и не забывайте залетать в описание, потому что там есть ссылочки на мои соцсети. Подписывайтесь. Ну а с вами была Настя. Всем пока-пока.